В Павлодаре подвели итоги международного кинофестиваля «Ертес Синема». На протяжении 3 дней молодые режиссеры, приехавшие из 21 страны мира, обменивались мнениями и опытом. На форуме представили 207 работ, 68 кинокартин, прошли конкурсный отбор. Кинофестиваль короткометражного игрового кино и документальных фильмов впервые состоялся на родине выдающегося казахского актера и режиссера Шакена Айманова. Участники форума в большинстве начинающие кинорежиссеры. Россиянин Владимир Квитной, автор нескольких кинолент, студент Московской высшей школы сценаристов и режиссеров, представил на конкурс короткометражку «Генератор желаний». Такая серьезная конкуренция есть. И что не фильм, то правда. Очень много хороших, сильных работ. С хорошими историями, хорошо сделанные. И было интересно смотреть, вот для меня лично, казахские фильмы, да. Из Армении были фильмы, из Таджикистана. То есть то, что... Потому что восточные народы, они другие. И они как-то для меня по-другому смотрят на жизнь. Для павлодарцев фестиваль «Ертес Синема» стал настоящим праздником кино. Около 100 кинолент все эти дни бесплатно крутили в одноименном кинотеатре. Лучшие работы оценивало не только компетентное жюри, но и сами кинозрители. А гости форума имели возможность поучаствовать в мастер-классах мэтров кинематографа. Кино вообще дело молодое. Поэтому надо, во-первых, если что, прощать какие-то шероховатости, легко к этому относиться. Ни в коем случае не превращать это пока в пафосное зрелище, с дорожками, там, знаете, фанфары, фанаты, автографы. Это все дело второе. Пока важно, чтобы этот фестиваль продолжался. Идея номер один. Форум определил авторов 16 лучших работ. Номинации «Лучший документальный фильм» и «Лучший игровой фильм» главных наград удостоились казахстанские режиссеры. Фильм «Самал» был снят в 2017 году. Рада, что мое творение вошло в список конкурсных фильмов фестиваля. Для меня большая честь оказаться среди лучших молодых режиссеров мира и выиграть гран-при на родине великого Шакена Айманова. Я рад, что поближе познакомился с казахским кинематографом. Думаю, для многих участников этот фестиваль сыграет важную роль в будущей карьере. К тому же форум дал возможность познакомиться с коллегами из разных стран мира. Я счастлив, что приехал в Павлодар. Кинофестиваль «Ертес Синема» завершился, гости разъехались, но память о кинематографическом форуме еще долго будет оставаться в сердцах кинолюбителей и киноведов. Ербул Абишев, Самат Оспанов, Марат Игликов из Павлодара, Хабар 24.